Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мы даем товар в долг стоимостью 211 700. До понедельника какое число? 24 мая нашему брату Мухтару. Товар тоже вот, свидетель тоже. Усман. Вот товар тоже выполнен. Это с понедельник получается 9 число, даже? А, брат, не знаю, какое число, понедельник, это послезавтра будет. Послезавтра получается. Ну вот. Суббота, послезавтра, воскресенье, понедельник потом. Короче, это мужской разговор, даже? Не, просто субханалла не, брат, в прошлый раз тоже ты так подумал мне, говорит. Субханалла, да, брат, почему мне как это субханалла не, брат? Хорошо, вот. Ты вот сейчас мне мужское слово дал и поклялся Аллахом, что ты понедельник двум часам приедешь на северную автостанцию, и мы там увидимся, поговорим. Да, конечно. Есть такой разговор, даже? Да, да, есть. Все, хорошо, вот тогда 9 часа я тебя двум часам жду. Время не назови, но как бы время назову. Хорошо, время. Ну я же не могу брать тебя до 12. После обеда я твой не выпадет. Я действительно мою созвонить. Ну, понедельник примерно когда будешь, хоть скажи. После обеда, брат, 2, 3, 4, плюс-минус, по вечеру. Хорошо, все, хорошо, проблем нет, все.